Мой сервак на наш сервак. Кто там, блядь, хост? Ты кем уходишь вообще? Первым, вторым? Ну, все равно. Давай я первым зайду. Так, сейчас я борт. Ха-ха-ха-ха, пишет чувак с аватаркой персонажа из Dragon Balls. Чате Rocket League. Он так рад, что выиграл меня. Должен ли я расстраиваться? Как у тебя дела, Кунин? Такой, как давитель, расстроился бы. Да, Кунин, какой у тебя ранг? Дай нам 3 дивижн 1. Так. Еще немножечко и будет Diamond 2, да? Да, еще примерно может быть одно поражение где-то. Так, ну заходи, короче. Куда заходить? Мне не нужна ты. Ты меня. Да. И тебе не надо, браток. А, извини, тогда пошли, ладно. Да, это китайские инструменты так звучат. Похоже? Нет. Оно должно умиротворять. Почему не получается и... Да, умиротворять. Могу ударить поворот. Меня убили. Бай, что мы... Так долго играл, блядь, без сохранений. Да раз. Все, готов. Готов. Угу. Готов. А почему трак 6? Я могу любую убирать. Максимум был чейза. Потому что я организатор. Есть. Я синий, да? Да. Не, по правилам можно любую убирать с карты, как ты уходишь. Можно постоянно одну убирать, если так хочется. Нет никакого лимита. Поэтому то, что вы там делали ресик из-за того, что вы карту только выбрали, это вы поехавшие. Я там с кем играл, с кирпичом или с винтопом. Блин. Блять. Все, сори, сори, сори. Да я не тебе. Блять, вот это самое худшее, что могло было быть. Пиздец. Звуки дэндишные, блин, я слышу. Ты дэнди какую-то играешь игру? Да, кстати, The Bike мы играем. Я был лучшего тебе мнения, Мафут. Ты даже уезжаешь. Думал, ты в руки. Блин! Давай, пока. Ах ты, барась! Последний круг.
Блять, я не наехал на нее, что ли? Все, пиздец, походу. А может нет, лес? Нет. Бля. Нормально так. Тащишь. Так, ну давай, пятую. А чё, я всё время хост выбираю? Не выбирает, типа, этот, тот проигравший выбирает. Блин. Проигравший выбирает, я проиграл, я выбираю. Ну, это там так, это в самой игре такая хуйня уже была. Проигравший выбирает карту. Бля, я думал, почему я упал? Я же весело так сделал, сука, я тут. О. Реально, блядь. О. Да блин, мразота не успел. Блин, да куда я прыжок-то использовал? О, чёрт. Второй. Брать. Ой, парень. Да блин, вот это косяк. Как вообще здесь проезжать, непонятно мне. Говно. Блин. Тварь. Мр... Пиздец. Давай вторую. Снизу, а я подписал. Ладно, я помню, да, блять. Помню, где-то на уровне бронзы там чуваки писали nice shot всегда, когда высоко в воздухе дотрагивался до мяча. Блять, вот это косяк. Просто высоко в воздухе дотронулся до мяча, они nice shot пишут. Потому что бронза. Ты был героем для них, когда они видели это. Они думали, вау, этот затащит меня к победе. Ты хочешь спуститься на бронзу и ощутить эти забытые... Откроется в чертоге... Даже не знаю чего. Блин. Говно. Ах ты мразь. Ах ты мразь, еще и оверхит. Чуть-чуть не доехал.
последний же. Ты пиздец. Ты еще раз ёбнулся. Так, сейчас аборт поменяю. Что-то я тут... Стримишь, что ли, как? Что? Ты стримишь? Не, локалка. Так, выбирай. Какие были, нельзя, да, или что? Да любые выбирай. А любые можно. Да. Ну давай третью, я не помню, что. Давай. Так, да? Да, пять кругов. Ой, да блять! Твою мать, а? Пацан к победе идет. Ну ты потиху догоняешь, так что... Пока нет. Да блин, как чётко. Я упал. Прямо в грязь. Грязющийся грязюка. Ой, блин. Бля, так и знал. Не знаю, как я вообще упал на Diamond 2, там такие нубасы сейчас попадаются адские. Микроб, сука. Точнее, я на Diamond 2 не упал, что это я. Меня на них кинуло. Только что. Ну ты готов, в общем, к падению. Я всегда готов. Ну правда, не всегда. Ты не готов. Нет, я не буду говорить реплику из слова из убойного футбола. Я уже готов! Что еще нужно? Блин, это как в Спанч Бобе. Эта дверь не откроется, пока я не скажу «Откройся!» И она такая открывается. Блядь. Так, конечно, как раз ты оказался, но у меня не оказался. Да блин! О, качество. Чё блин, это всё нормально. Ну как, смотрю. Я не идеально еду, понимаешь? Ну, получим я. О! Кайлыч, иди нахуй! Кайлыч, не надо! Упади! Разбейся об скалы! У Кайлыч, не... Меня кинуло сейчас на чуваков Unranked 1, а второй Gold 3. И вот тебе кто-то кравный. Мы выиграли 5-0. Охуеть. Чё за нафиг? Я думаю, ну чё за нафиг? Ну чё за... Ну это пиздец. Нету скорости и всё, и пизда здесь. О. Не... О. Да ты... А, буст не взял. Щит. Бля, я всё время, короче, надо запомнить эту хуйню.
Ну, фу, я, кстати, смотрел, наблюдал за одним стримером известным, Rocket League. И вот он был чемпион 2, опустился жестко до Diamond 2. Не помню, какого дива. И через где-то неделю, смотрю, у него уже да, чемпион все, 3. Опять на одном и том же месте. Да, но у тебя-то такого быть не может. Почему? Ну, потому что это было с ним, а снаряд не падает в одну и ту же воронку. Блин, ну это же все одна система. Нет, в рамках одной системы снаряд не падает. Вот с ним это случилось, с тобой это не произойдет никогда. Опустишься, уже не поднимешься. Да. Всеми случается. Так, это была какая трасса? Совсем не случилось, да. Давай четвертая попробуем. Блин. Да блин. Оверхит. Да блин. Да твою мать, я. Это тоже. Да блин, что-то с падения столько больше стало. Пизду тебя, Кайлыч. Фидер. Больше стало, чем в прошлом. Блять, какая жесткая трасса, блять, нахуй я ее выбрал. Я же спокоен. Ой. Блин, ты тут не смразь. Пиздец. О, нет. Ненавижу это место. Чё за отскоки адовые? Блин, слабо. О, блин, такой бы мог удар быть. Да блин, ну как, я же поднялся. Все, 3-3, блядь. Да, что-то сложно играть, блядь. Выбирай. Встреча окончилась со счетом 2-0 в нашу пользу. А мы играли, да, уже сегодня? Ты выиграл. Чё? Ну, была уже эта трасса, да? По-моему... Это, блядь... Или, мне, или мне кажется. По-моему, не было. Или... Нет, по-моему, не было. Или, блядь, я не помню. Вроде не было. Не было, да. Так, ну я выиграл уже три подряд. Да блин, сука, чуть-чуть назад прожать. Три.
Хотелось бы, конечно, еще посмотреть серию Шерлока. Еще не поздно. Что за Шерлок? 2010 года. Сериальчик. Атлас фильма, который переводит? Да, Атлас. Атлас, Атлас. Я не Lost фильм смотрел. Там какой-то другой дубляж. Там дубляж, короче. Там что ты говоришь? Типа Барсон. Барсон, типа, это мужик. То есть это телка, а не мужик. Оно, да? Не-не-не. Не, значит. Мужик. Не, значит, я хуй знает. С Кимбербэтчем. Это сериал или фильм? Главная роль. Сериал. Хуй знает. Блин, надо что-то выбирать. Давай знаешь? Первую. Кимбербэтча. Блин, это как так? Почему? Не знаю. Дедушка у тебя кричит, у меня, ну-ка нахуй. Наверное, там у тебя от спины ничего не осталось, спал на стуле. А? От спины, наверное, ничего не осталось. Что, дедушка, от спины спал на стуле так долго. Нахуй. Вали. Ах ты, пестра. Тарас, блядь. Ой, блин. Чё у меня за файлы странные? Скажите кто-нибудь. Да, блядь, тут простая трасса, блядь, еду как абсурд. Эта трасса очень легкая. Я почти все идеально прошел, ни разу не подпрыгнул даже от земли практически. Супер решающая. Так, я выбираю трассу, да? Давай пятую. Давай. Да, бля, опять. Вот раз такая же хуйня была. Показалось, у Кайла часть убойного футбола играла мелодия там. Нет, это не убойный футбол. Я упал на троп, видел, сука. Такая ржак. Сейчас, походу, посадить из КВЗ. Блин! Блин! О, кастинг лак. Да блять!
Да блин, на одной той же хуйне, сука. Да пиздец. Ну какая мне послышалась там мелодия, короче. Да, да. Напомню. Все, не буду мозги. Нет, в тему, я как раз прыгал под эту музыку на пьедестале почета. Ha ha ha.